Приветствую вас, дорогие мои подписчики, с вами Джон Летарже. И в этом видео я хочу поговорить про особый тип злых и недовольных жизнью людей. Такой тип называется счастливые люди. Я не говорю про людей, которые действительно счастливы, а говорю про тех людей, которые сами по себе очень несчастные, но они почему-то постоянно везде всем кричат и пытаются доказать то, как они счастливы. Знаете, я не так давно выложил на своей странице такую картинку. Слева изображена добрая собака и подписано обычный человек, который занимается своей жизнью и своими делами. Такая прям милая собачка. А справа там изображено такое прям злобное чудовище. И подписано счастливая жена, мать трех ангелочков. И знаете, такое правду очень часто можно и в жизни встретить, и в интернете. То, что вот есть такие люди, прям говорят, что они прям очень-очень счастливы, но при этом они говорят людям гадости, а обесценивают. Но при этом они никак не могут признаться в том, что они несчастны. Они наоборот прямо из трусов лезут, чтобы другим доказать, какие они счастливые. А знаете, я себя не считаю счастливым человеком. Ну, я бы не сказала то, что я прямо тотально несчастен. Хотя та ситуация, в которой я нахожусь, ну и вообще вся моя жизнь для большинства людей просто покажется сущим кошмаром, просто адом. Но, тем не менее, я не считаю себя ни несчастным человеком, ни счастливым. Ну, а есть такие люди, которые вот прям говорят, я счастлив, прям вот такой вот счастливый муж, счастливая жена, счастливый человек, такой вот весь из себя, у которого все зашибись. И такая злоба от них исходит, то, что вот лучше бы они правда признались, то, что они несчастны. И работали бы над собой, и жизнь бы к лучшему изменилась, и сами бы стали более счастливыми и добрыми. Потому что, знаете, счастливый человек, он никогда не будет злым и агрессивным по отношению к другим. Так что делайте выводы. Это было все. Ставьте лайк. Обязательно подписывайтесь на мой канал и помните, жить надо по фану.